Море мира и дружбы. В туристической зоне Аваза в Туркменистане проходит конференция, приуроченная к Дню Каспия. В дискуссии участвуют министры, руководители различных ведомств страны, а также главы диппредставительств международных организаций. Собравшиеся отметили активную роль Туркменистана в укреплении мира, взаимопонимания и сотрудничества между каспийскими государствами на протяжении многих лет. И поговорили о совместной защите природы и поддержании экологического благополучия региона. Эти все доклады, они ориентируют на продолжение сотрудничества прикаспийских государств. Вопрос чрезвычайно важный, необходимый, нужный. Работают эксперты по всем направлениям сотрудничества. После официальных встреч дипломаты приняли участие в соревнованиях по пляжному волейболу и футболу. Товарищеские матчи состоялись на берегу Каспийского моря.